корабля на бал. Или чайку. Ну, можно спеть, а потом чайку. Давай. Ну что, у нас это центральная песня, гимн российских популяристов питерских. Это... Поедемте, братцы, кататься. Текст номер один. Тут еще вставляют, мы тогда пели, я это запечатал так, взял ручки к сердечку, а он еще вставляет, оказывается, ты сколько вдовка вдовеешь, ты сколько сиротеешь. Я вдовею годов 20, сиротею 18. Вот. Но это я вставлю, если не забуду. Если что, Леша вставит. Ну, давай, не слишком высоко, Кирилл, не слишком высоко. Ой, поедемте, кобрацы, на катарце, ой, да солюби, знай то, ой, поминеце, солюби. Ой, Бог!
пусть и вдовушка вогна начувати, ой, так начувати, ой, постояти. Ой, да возило,
узелочке, то есть песенёчек. Ой, да нету ни в нём ли с тобою. Ой, да нет район, какой Луси? Архангельский. Видишь, они приехали к Довушке. Сколько их, целый полк был или рота, кто знает? Больше. Значит, хотим на постой. Они говорят, какой постой? У меня дом не стоял, не проезжал. А ты что? Она солдатка, вдова. Сколько вдовешь? Он там сверил свои. Она говорит, сколько там, 17 лет. Так я 17 годов назад ушел. Ну-ка, давай смотреть перстень. Это не тот ли перстень, как оказалась жена его, кому они пришли на пост. Вот это балладная песня. То есть даже он ее не знал. Он стал догадываться первый раз, он полез за перстенечком. Он стал что-то